Всем привет, с вами Квин, и мы продолжаем играть в Ведьмака третьего. Нам нужно немножко медитировать. Три ночи, я думаю, будет нормально. У нас пополнили нас ласточка. У нас утро наступило, я бегу куда-то там, чтобы восстановить свои... урон. Только воды и все. Ну, соты остались. Так, где оно тут? Поговорить с пожилым человеком. Только его не прыгай, ладно? Все спят, и это хорошо. Так, ладно. Значит, наш путь лежит сейчас по квесту. Не охота на ведьму. Кулаки ярости. Падение дома Рианон. Да. Чудище особняк. Что может быть прелестнее на свете? Так. Ну тут уже все обобрали. Ну, плотва, алло. Тут плотва такая еще своенравная. Пойди запрыгни на ее. Кто там поет? Ходит по деревне с огнями. Молодцы. Дозор у них. Сельский. Не дожор, а дозор. Так, мы сюда. Ну, вообще нам вот аж сюда. Ну, я думаю, мы проедем мимо. Посмотрим, что там. За развлечение. Нам, естественно, в другую сторону. Собачка, брысь. Хорошо, все спят. Только одного ведьмака работа. Куда-то мы выехали. Ага, хорошо. Ну, можно и так. Напрямую. Интересно, там можно забраться? Не-не-не-не, нельзя. А тут вот какой-то мост. А, блин, там уже этот. Пошла. Надо объезжать. Там медведь, и я как-то не имею в планах его убивать. Там эти разбойники. Покойники когда-нибудь будут. Выезжаем на дорогу, я ее уже вижу. Сверимся с картой. Все правильно. Я думаю, теперь можно лошадь отпускать. Чтобы она сама доехала куда надо. Повернет, интересно. Угу, почти. Взять на руки, простите. Нет, ему на руках не устраивает. Иди покушай. Так, не хочет. Будь спать. Ну ладно. Так, опустевшее селение. Е, там наверняка враги. Нам направо. Может, там гули. Гули какие-то не такие страшные, как ребята с топорами. Ну, иногда и гули страшно. О, лагерь бандитов, да? Ой, как хорошо у вас тут. То селение, то лагерь бандитов. Сплошные развлечения. Ребят, я посмотрю, какой там уровень. Упустевшее селение. И... может, заковыряю. Ой, бандиты. Я хотела его знаком сделать.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Интересно, безмятежников. Блин, сейчас меня закопался. Да. Но в принципе мы неплохо начали. Это ты зря. Сдохни. Иди сюда. Я все еще под щитом. Так, этого мы будем гипнотизировать. Делаем и щит. Полезная штукенца. Надо ее прокачать. Я что-то забыла. Еще один сзади где-то, кажется. Да? Ну его на карте не было видно. Ну типа такой. Ой, неожиданно выпрыгнул из кустов. Люди будут сейчас приходить. Люблю освобождать заброшенные селения. Прям чувствуешь, добро делаешь людям. Шортики у них секси. Ну-ка, давайте пособираем трупы. Эх, какой я добрый, думает Геральт. Так, 120 опыта, хорошо. Так, что здесь у нас? Ага, вот. Когда корона. Вырастешь, стану мясником. Надо Геральдом становиться, когда вырастешь. Так, тут еще где-то есть этот. Где-то здесь труп. Вот, тут, вот, вот. Бутерброд, полезно. Даже полезнее, чем меч. Лестница. Рыба потрошена, хорошо. Кого убил? Не слышала. О, здесь травник еще, еще и травник. Кстати, сохраняшечек. Праздничный. Так, здесь трупы. Жила-была лягушка, ква-ква-ква-ква-квакушка. Как-то они очень хорошо убиваются после того, как их загипнотизируешь. Заметили? Наверное, какой-то есть хитрый способ. Так, ладно. Это ты беженец? Нет, не ты беженец. Беженец, травник. Слышите, он говорит, если я услышу, что ведьмак к простому люду равнодушен, ох, как я ему надаю. Приятно слышать. Чего у вас, травник? Ой, кстати, мне там травы какие-то надо было купить. Покажи, я не помню. Свои, сейчас товары. Глянем. Давай, кушай, кошек, а все вкусно очень. Да. Так, у него какие-то бумажки есть. Рецепт пурга. Эликсир. Краснолюдский спирт. Так, 25 монеток, ладно. Отвар из кладбищенской бабы. Окей. Каждый убитый противник ускоряет восстановление здоровья в дальнем бою. Не уверен, что полезно. Отвар из элементаля. При максимальном. Да, я не верю, что все это полезно. Но будем знать, что тут есть. Так, вот это я куплю. Непонятно зачем. Так, кстати, продать ему, наверное, можно. Хотя, наверное, не сильно интересно. Так. Гидроген, гидробета, синий мутаген. Мы, кстати, мутаген с бабы собрали, хороший. Так, вот. Нам, у нас просто против зверей вообще нет, поэтому... Где же его взять? Пурга. Нам нужно сердце голема. Да, не купить.
Блин, голема надо, наверное, для этого. Ну, а для остального у меня тут все есть, кроме вот... А, где он? Надо купить у тебя вот такой. Трава зубровка. На всякий случай куплю, потом когда это делать буду. Зубровка. Я уже забыла, как она выглядит. Есть интересно у него. Не она. Кстати, можно продать кольцо. 55 монеток. Так. Ключ от чего? Ключ от ящика с деньгами. А, в этом замке, да? Так, а сколько? 28, 33. Ну, не круто. Кстати, я ее не подцепила вроде. Не подцепила она. Печально. Да, у него, кажется, зубровки нету. Ну, надо запомнить, что у нас нужна нам зубровка. Ну, чтобы было. Бывай. Ладно, тут мы посмотрели, пойдем посмотрим, что здесь продается у продавца. Вот это, кажется, да? Приветствую! Hello. Покажи свои товары. Так, ну у него тоже не очень. И зубровки нету. Это же не зубровка вот эта. Нет, а мела. Подожди, а сколько он дает за колечко? Лестницу можно продать. 38, а тут 55 давал. Пойдемте, мы продаем. Бывай. Бомж. Чего? Травнику кольца больше нужны. Это такой вывод. Покажи свои товары. Может, он в алхимии их использует. 55, вы видите? Обалдеть. Так. Бывай. И я могла бы больше опыта собрать с этих ребят. Благодаря голове бабы. Но нет. Ладно, мы еще тех разбойников убьем. Одинаковые. 250, это 300, но... Кстати, насчет мечей. Может, какой-то другой взять? Это у нас... О, мечи надо продать. Я не думаю, что эти можно продать, но вот тому кузнецу... Ой, этому... продавцу точно. Так. Я думаю, один можно факел продать. Два навряд ли нужны. Мечи. Арда, Аксия. Критический удар, шанс критического удара, модификатор вызов заморозку. Я не знаю, они все клевые. Я даже не знаю, какой выбрать. Нет, я в чем жалею о том, что мы не починили. Так, уже вечер на дворе. Приветствую. Пока я тут бегала, туда-сюда. Покажи свои товары. Так, давайте продадим все эти мечи. Длинный меч веленский. Так, этот. И адреналин получается. Так, этот отдадим.
Короткий стальной. Отлично, ты мне тоже не нужен. Сколько ты даешь за голову? 20. Пипец. Я столько бегаю, мучаюсь, трачу еды, воды, а ты всего 20 даешь. Это несправедливо, я считаю. Так, где там наша лошадка? Непонятно где. Непонятно где ей. Блин, еще его продавать. Обрадовалась она. Приветствую. Покажи. Так, короткий стальной меч. 5 монеток. Получили. Убежали. Бывай. Ладно. Нам нужно найти семейный особняк. Похоже, мы к истинному семейному особняку прибудем. Я хочу посмотреть этот голову бабы на седле. О, мешки, печалька. Ладно. Тут были разбойники рядом, да? Вот здесь и вон там. Так, а нам в особняк. Вы как хотите. Кстати, здесь деревня какая-то. А здесь квест. А ну здесь тоже что-то. Давайте проедем мимо. По лесному... Не торопись. По ночному лесу. Пошла. А, сокровища под охраной. Ой, ну пойдемте посмотрим, что у нас за сокровища. Блин, а может там эти всякие чудовища? А, тут кто? Медведь? Один страшный. Двенадцатого уровня. Ну что? Очень мало моему смысла. 12. Прыгивай. Прыгиваем. Боже ты мой. Нам бы не помешал меч с этим вот, с ядом. Интересно, мы можем это сделать? Спасибо. Сделала остальное. Хорошо. Отравили. Thank you.
Ласточку слопала. Мозг чудовища, сырое мясо. Ну ладно. Медведь очень даже милый был. Сапоги следопыта. Фигня. Господи, лучше бы 10 бутылок воды дали, честное слово. Это полезно. Да. Интересно, можно на зайцев охотиться? Так, мясо с тебя должно упасть. Угу. Где? Вот, вот тут я видела. Да, можно добывать с них так мясо. Так, так, вон. Лошадка, прыгаем. Яд, полезная штука, да? На мече. Так. Куда нам скакать? Черт. В лесу темно, таинственно и противно. Давайте скачем сюда. Дорога. Давай, ботва. Куда? Отлично, эта лошадка непослушная. Ух ты, речка. Как красиво. А, сейчас, сейчас. Сори. Теперь надо пройти по речке так, чтобы не упасть. Поэтому сохранить на всякий случай. Но! Боже, миллион сохранений будет. Мы опять пришли туда, где этот грифон. Нет, это какая-то хрень. Вечего. Вроде 9 уровень. Ой, давайте попробуем убить. Так. Летает себе, летает, никого не трогает, да? Тут приперся ведьмак. В чем я думаю? Я думаю о рюкзаке и о том, сколько у меня болтов. Стоит ли ради них загружаться? Наверное, да. Ну, идем. Он там что, сел? Придержи. Как только я хотела, решила убить, так нет. Куда я вообще опрокся? Ну да, сюда уже сейчас доеду. Шевелись, плотва. Что за музыка такая? Типа кто-то на меня нападает? А, сверху, видимо, этот парень летает все еще. Боже, их два. О, чудесно. Ну, пошла. Поехали.
тут вроде приличное место. Не надо со скалы заскакивать. Это деревенька. Отдохни. Давайте спешимся. Никого нет. А все спят, наверное, уже 10 часов вечера, поэтому... Ну, хорошо. Так, доска объявления. Я, в общем-то, ради нее пришла. Ну, и еще посмотреть, что у людей есть вкусненького. Но очевидно, что ничего. Староста, можно с старостой поговорить. Сколько шкур? Надо половину попродавать. Половину оставить на всякий случай. Да, я думаю, те люди, которых дома есть кровать, уже считались среднего достатка. Потому что я тут заходила ночью, они спят на полу, представляете? Так. Ковер обязательно. Кто-то играл, даже музыкальные инструменты есть. Чем мне спирт? Это краснолюдский. Ну, наверное, для каких-нибудь... зелий. О, вот ради чего мы, собственно, и заходили. Воды. Воды, путнику, воды. Вот снаружи возьмем. И девочка на полу спит. Ну, чтобы девочку положить не на пол. Блин. Много фигни. Ну ладно. Город такой. Продам воз. Возле сена первый владелец состоит личный пробег небольшой, хранился в сарае. Обращайтесь к метке. Плиту из прутьев. Отдам пса. Тому, кто будет о нем заботиться и не съест. Пес воспитанный ученый слушается того, кто его кормит. Мы видели объявление, как на еду продавали щенят. Ужас. Но мне уже нечем его кормить. Рекс может охранять дом и сад, умеет сгонять скот на пастбище, может спать в амбаре. Если можете взять его, приходите к Ваку. Хворост и дрова для топки. За скромную плату можно хлебом и овощами принесу из леса хворост и дрова для топки. Болька. Дубильщик, кож. Что поилота? Так. Новая отметка, неизвестное место. Я думала, квест какой-то будет. Ну ладно. Вас тут чудовище не беспокоит. Ну не разорваться же мне. Ну ладно. На доске объявления оказалось ничего интересного, да? Старушка. Гимны. Так, ну мы взяли воду, самое главное. 47 монет. Вода в магазине. Кошмар. Во, это хорошо. Серебряные штаны. Эх ты, бабка, хулиганка. Штаны у нее серебряные. Деда развлекать. Нет, 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 показалось. Прялка. Хоть же знакомишься с бытом. Кто-то уже понял, почему они так вешают вещи. Кальцом чего-то там. Вот тут много всего. Эти книжки читают. Умные. Молодцы. Незабитый народ. Гномские пропазы, спирт. И чего, какая-то там ржака. Или мне показалось. Ну, воды немножко. Сот набрали, воды. Будет чем лечиться. Так, в этот дом мы, кажется, заходили, да? Кузнец спонсор. Так-так, это выглядит как квест. Его можно побеспокоить в плане разбудить или подождать для утра лучше. Странная какая-то дверь. А, это типа, наверное, как лавка такая.
просыпайся. Сказал кутнец. Ну что, ну здесь какая-то ночь вообще светлая. Наверное, потому что здесь везде зажгли огни. Ладно, мы в этих домах уже побывали. Давайте подождем до... Кагис тратится. Печалька. 4 утра они проснутся. Эй, ребята, солнце на дворе. Просыпаться. Всем просыпаться. Не, ну ты видишь? Эу. Не хотят. Все, уже никого нет, уже все гуляют, отдыхают. Сработают. Яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Какая реклама. О, смотрите, не зря мы его будили, можно гвинт сыграть. Покажи, чем торгуешь. Торгует не очень чем интересным. Я бы тебе что-то продала, но мне всего жалко. Так, это сапоги топорника. С увредоколющим, рубящим, горению. Ну так, 23. Так, а тут может что-то... А, штаны вот продаем. Панталоны, развлекайтесь. Так. Кружек вам напродаю. Чернильницу можно разобрать. О, вот эта вот фигня, вот эти свечки продадим. Трубки, сеть, удочку. Потом все это можно разобрать, естественно. 24 монетки, хорошо. Хорошо сходили, но ничего интересного особо нет. Кстати, может еда недорогая? Луковица, 5 секунд, 5 монеток. Бутылка воды. Так, и сыграем карты. Ты знаешь, кузнец, мы как раз идем на состязание по квинту. По квинту. И думаешь, приведет он меня к тому старому дереву? Смотри, девочки хотели их пробить. Знаю я, и пригорок это ты шепот. Зло страшное там сидит. Говорила ж тебе. К ворожею сходи, пусть он молитве какие прочитает. Упаси нас, боги, если тебя в этом самом сне голос в лес заведет. Ну вот вам я... Чего тут? Я ходила в этот лес. На меня не напало зло, но очевидно, было все-таки вот в той усадьбе, которая рядом. Вот здесь вот. Нам налево. Деревня Штейгера. Хорошо. У нас тут, значит, отметочка есть, да? Это меня радует. Бешки говорят. Ой-ой-ой, медведь, ты мне вообще не нужен. Сейчас как заскочу куда-нибудь, не выскочу. Он уже за мной не пошел. Там еще, наверное, один медведь был. Эй, вы видите, там кто-то ходит. Ой-ой-ой. Ой, я волнуюсь. Так. Так, где у нас дополнительные задания, да? Вот. Значит, найти семейный особняк.
Ну ладно. Видели, там ходило чудовище мясное. Должно быть, об этой усадьбе старушка и говорила. Прости. Чудище ловушек не ставит. Ты бы это не поставил, он знал, что делает. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Пипец, как она меня испугала. Хорошо, что кот не проснулся. Есть растяжка. Квин такая ля-ля-ля-ля-ля. И запрыгнул в нее. Еще одна. Скорее всего, эти ловушки от чудовищ. Убить чудовищ в особняке. Ой-ой-ой. Я уже как-то волнуюсь. Что за чудовище? Должно быть по уровню. Растяжка. Да. Иду-ка я на улицу. Как-то мне страшновато, назовем то так. Тут растяжка тоже, да? В виде растяжки. Ладно, идемте лучше в особняк. Вон там с растяжками разбираться. Вот и все дела. Растяжка. Вот и все дела. Хорошо. Химическая паста, паста. Кто-то алхимия тут баловался. Уже не брат ли нашей заказчицы? Так. Кто-то там есть. Хар-хар делает, видите, звуки. Ой-ой-ой. Опасно. Так, с этим разобрались. Тут, очевидно, будет какой-то монстр. Осторожно, подходим. 7 утра на дворе. Кажется, не сильно страшно. Так, с этим разобрались. Чердак. Как бы туда подняться? Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? У меня есть веревочная лестница, если что. Посмотрим, что там наверху. Задание звучит как убить монстра. О, меч. Реакция тебя подводит. Мои ловушки не слишком тебе навредили? Лето? Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Не, я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Кому ты перешел дорогу на этот раз? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муина я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Оу. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Может, эти внизу нашли тебя сами? Я скорее съем свой сапог, чем в это поверю.
Надо от них избавиться. Ты идешь? Веди. У нас есть план? Будем импровизировать. План. Вздохнул такой. Так, можно сохраняшечку? Нет, нельзя. Что тут наверху не особо, да? Ладно, потом обыщем. Нас тут ждут. Ладно, тут спускаться, я повыезжу себя, пойдем вниз, спустимся. Я надеюсь, он там справится, если что. Так, где лестница? Она вообще есть? Вон. Давай, поспешим. Поспешим, там Лету помочь надо. Ой, ладно, тут вроде нету ловушек, да? Где я, блин? Обойти обратно. Бежим. Понеслась. Не опасно. Надо было щит наложить. Неожиданно. Идиоты. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он и все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Так. Сохраняться нельзя. Я хотела дома быстрее. Надо полагать, Людвиг этот не лучший твой друг. Держись поближе! Не уходи. Где он там? Ушел, я надеюсь. Ну что, найдем? Не переживай. Если что, мы тебя отыщем, я же ведьмак. Специалист по отыскиванию. Это яблоко было полезно, прям скажу. Так, он сел на лошади, нас ждет, отлично. Можем сбегать в сарай. Тут вроде уже нету нигде этих ловушек, да? Там ящики недособранные были. Вот здесь вот. Ради пустой бутылки, да? Того не стоило, да. Ну ладно, побежали. Так, я бы еще в другие забралась дома, посмотрела, что там. Вдруг там. Подожди, сохраняться можно? Да. Паломник. Что может быть полезнее, кстати? Эти близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки. Интересно. Какая интересная подробность. Могли не узнать. Кстати, мы же должны забрать этот вот деньги в нее из ящика.
Ну, естественно, не подсвечник. Хорошо, что нигде нет уже этих растяжек. Можно спокойно обродить. Так, ладно, в соседний дом. Насчет обезвреживания я, видимо, да, ошиблась. Ключ от сарая. Интересно, от какой он двери? Интересно, мне тоже. Написано было от сарая, да? Я здесь все посмотрела. Так. Он оставил тут ловушек. А, они уже не работают, да? Дверь от сарая. Работала. Ради чего мы здесь все разрушали? И что-то лежит. Потрепанный дневник. Долларес. Чей-то дневник. Так-так. И что здесь у нас? Крыша? Так, здесь дом. Угу. Загадки. Здесь ничего интересного. Где ящик ее с монетами? Вопрос. Мы еще здесь не были, да? Замок открыт. Так, ключ мы нашли. Это был ключ от сарая или нет? Здесь когда-то жили. Там что-то есть. Шкатулка? Долорес. Долорес. 100 монеток нашли. Ну что ж, мы молодцы, я вам скажу. Не ушли без приза своего. Да воды дайте мне, что мне шелк не суете. Было бы забавно, если тут стоял ящик. Но нет. Интересно, ключ от сарая. Вот она мне дала ключ от шкатулки. А, это ключ от сарая, видимо, еще сюда был. Ладно. Ну что ж, на этом мы закончим с нашим другом. Мы в следующей серии продолжим приключения. Всем удачи, пока-пока. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием. Давайте, давайте. Лидер, так. Интересно, за кого он играет. Нет. Чудовище это чудок. Ливень. Осадный отряд убираем. Вот это хорошо.
нас еще интересные есть, не очень. Ну, на погодных карт у нас нет вообще. Можно удалить. Отлично. Интересно. Еще бабки сейчас придут, да? Не пришли, ладно. Ну ладно. Понимаю, что убийство на эту девушку за 10 не влияет. Ладно. Ваши колоды, любую карту. Что, погоды? Я не знаю, какие у него умения. Да. Это читерство. Отлично. Я выиграю сейчас. Так. О, он вызывает друзей. Есть ли у нас друзей? Нет. Slice you gut and dice you eat you up whole eat you whole.